Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство 360 Dashcam G500H. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве выполнить полный сброс. Итак, для этого вам нужно открыть настройки, дважды нажав на кнопочку вверх, спуститься вниз с помощью кнопочки вниз и нажать на кнопку перезагрузить. Нажимаем на эту кнопку. Нажимаем на кнопочку вниз для того, чтобы выбрать отмена или окей. Голубой это окей. Выбираем голубым окей с помощью кнопки выключения-включения. И ждем, пока камера сбросится. Отлично, мы успешно сбросили все настройки камеры. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорых встреч. До свидания.